Боже. Мне так тяжело видеть твои мучения, твою боль. Мне тяжело без тебя. Я устал. Без тебя моя жизнь пуста. Нэнси. Хватит жить прошлым, Стэн. Наша любовь останется навеки. Но ты должен начать все заново. Найди работу, влюбись. Будь снова счастлив. Ради меня. Я прошу. Я скучаю. Я так по тебе скучаю. Суббота? У тебя... У нее начались схватки. Нужна скорая! Нужно срочно ехать в больницу! Нет! 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 Не в больницу! Я не хочу! Они заберут моего ребенка! Господи, боже мой! У нас же ничего нет! Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды! Сама подумай! Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся.
Так, Джимми, тут рядом заброшенный дом, знаешь? Проберись внутрь. Я побежал. Давай. Уолтер, сиди тут, присматривай за субботой. Джоди, идем. Раздобудем все, что нужно. Суббота? Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? Я постараюсь. Но лучше бы вам поторопиться! Джоди, быстрей! Нет. Все равно нет денег, чтобы заплатить. И что мы будем делать? Слушай, я хочу дать ребенку шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ему нужно тепло, и подгузники, и бутылочка, и нормальная одежда, и все остальное. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Какие идеи у тебя? Никаких. Придумаем что-нибудь. Ведь там есть все, что нужно. Надо только открыть. Зараза! Ну не может быть! Должен быть способ! Я открою. А? Как? Как откроешь? Увидишь. Вырубила. Одной проблемы меньше. Как тебе это удалось? Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Взял все, что смог. Ладно, пора валить да. отсюда. А вот и вы. Быстрее. Вода отошли. Ты смог забраться в этот дом? Да, да. С ней там Уолтер. Надо торопиться. Слава богу! Начинается, я думал, не успеете. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Все уйдите! Кроме Джоди. Пусть Джоди останется. Ты понимаешь, что для меня это все в первый раз? Горячусь твою мать! Ладно, не волнуйся,
Мы разберемся, что надо делать. Мы разберемся. Чего тут сложного может быть? Давай, помогу снять. Я застелю матрас. Сейчас родим. Давай, тушься! Тушься! Уже почти все, слышишь? Дыши, слышишь? Давай, суббота, дыши ровно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я дышу. Дышу, я дышу. Все нормально, слышишь? Все идет очень хорошо, правда? Я ее вижу. Вижу головку. Чуть-чуть осталось. Тушься, тушься. Перережем пополам. Девочка. Пришлось нелегко, но мы справились. Ты и я. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Я позову всех. Ух ты, такая кроха. Девочка, моя Зои. Охренеть, хороша чертовка. Эй, следи за языком, Волтер. Она уже все понимает. Она не то что хороша. Она просто богиня. Куда бы мы без вас? И Джоди. Чудо, Джуди. Наше чудо.
Стэн! А? Стэн, проснись! Что? Господи! Где остальные? Уолтер на этом этаже. Джимми, Суббота и Зоя наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, нет, я с тобой. Нет, нет, я сама справлюсь. Но... Иди отсюда, сказала! В чем дело? Быстро! На выход! Малышка! Спасай малышку! Та дверь!
Шоди! Боже мой, ты жива! Не знаю, как ты это сделала, но это просто класс! Зой! Как, Зой? Хорошо. Все хорошо. Чего пожар-то начался? На! Красота! Че так бензина, зажигалка, тараканы побежали с гнезда. Ненавижу хэппи-энды. Я сказал, увидимся. Эй, не тронь ее! Тихо, тараканы. Теперь уже не такая крутая. Нет! Нет! Ты снял, Эд? Да, крупным планом. Ладно, парни, сваливаем. Уроды! Она не дышит. Она не дышит! Настроение, Джоди, хорошо? Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Сказал мне, хватит быть. Мы теряем время. Шато Марго, 2001. Продавец сказал. Нет, да. Ты у тебя отругаешься. Ребята, это Джоди. Не лезь, пожалуйста. Ты чудишь. Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Типа того? Шато Марго, 2001. Продавец такой. Вот мысли и бутылочкой нормально один. Джек, он не должен родиться в лучшем. Если не готова, скажи. Я вот сейчас. Зачем ты это показал? Он... Это мама?
хочу остаться с тобой, Айден! Айден! Нет! Ну зачем? Я не хотела назад. Да, это она. Сотрясение, травма черепа. Уже несколько месяцев в коме. Можно к ней? Я не знаю, вы из родных. Мы из ЦРУ. Она обвиняется в измене. Хотите, покажем вам ордер на ее арест? Понял. Пойдемте. Ну, где она? Странно. Была здесь, это ее палата. Черт. Она через окно ушла. Не может быть. Мы на пятом этаже. Не выпрыгнешь. Сообщи. Нам нельзя ее упустить. Мэм, все в порядке? Мэм!